Тормози, 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 нет! Полиция, смотри, за кем-то гонится. Полиция за кем-то гонится. Вы должны открыть входную дверь, пожалуйста. Выходи, люди! Выходите, люди! Привет, ребята! Вы на канале Горюшины и Груши. И сегодня мы играем в симулятор автобуса. И мы пытаемся сейчас найти маршрут Ульяновск-Тольятти. Люди набрались, и мы едем их набирать. Поехали, ребята. Набирать. Так, заводим. Надо немножко разобраться, что тут делать. Так, вот смотри, спидометр можно включить. Ну, поехали. Поехали, со спидометром поедем, да? Да. Ну, надо же понимать, нарушаем мы или нет, надо же понимать. Так. А тут надо, кстати, ручку переключать. Драйв сейчас стоит. И, скорее всего, сейчас мы будем сдавать, парковаться назад. Будем менять на R. Поехали. Да, поехали. Задом сдаем. Припаркуйтесь здесь идеально. Ну, сейчас припаркуемся. Давай, смотри, вид сверху. Удобно очень, кстати. Использовать вид сверху очень удобно для парковки. Да. Сейчас люди сядут, заплатят денежку, и мы их повезем. Вы должны открыть багажное отделение, пожалуйста. И дверку, пожалуйста, да? Пожалуйста, пассажиры такие, двери не откроете, они нам говорят. Да пожалуйста, а это у нас кто, сопровождающий или кто-то такой? А ты обрати внимание, что на автобусе написано. У нас компания называется Игруши. Игруши, да. Игруши. Игруши автобус. Поехали, последний пассажир сел, все. Зажгли фонари. Ну чё, пацаны, ну девчонки. В Тольятти. В Тольятти? А, кстати, вы в каком городе живете? Да, напишите, в каком городе вы живете и как далеко вы ездили на автобусе. Из какого города? Мы-то знаем, где мы живем. Как далеко вы путешествовали на автобусе, напишите. Очень интересно. Где живете и куда ездили на автобусе. Очень классно было бы. Мы-то знаем, что мы-то. Да, так. Ух ты, выезжаем на трассу. Это российский автобус, кстати. Да, нет, это автобус, я не знаю, кстати, какой. Что-то я не обратил внимания. Показалось, там Украина. Не знаю, может быть, какой-нибудь ульяновский завод газ делают. Ну, ребята напишут, я думаю, да? Да. Без проблем. Так, пассажиры, я верю, что ваша компания способна купить автобусы получше. Им не нравится наш автобус. Ну, ладно, ребята. Ладно, подкупим какой-нибудь. Сейчас мы заработаем. У нас же есть баблишка. Мне нужно подключение к интернету, это возможно? А я не знаю, есть такая кнопка у нас? У нас что, есть кнопка к интернету подключения? Хо-хо, смотри, сколько людей набралось. Они просят нас Wi-Fi подключение. Да. У нас, по-моему, в автобусе такого нет. Ну или мы просто про это не знаем. Аккуратно! Можно въехать в автобус, надо повнимательнее. Когда пассажиры отвлекают, это плохо. Можем врезаться. Так, ребята, поехали. Красивая приборная панель у нас здесь, да? Да. Красный цвет, я знаю, говорит, водители получше вас, они пишут. $28 мы потеряли на красном свете. Это вот они нас заболтали. Да? Да. Так. Как круто ты смотришься за рулем. Белой рубашечки. Так, вот Газпром, кстати, проехали, по-моему. Ты меня спрашивал в прошлой игре. Так, немножко что-то у нас лагает игра. Что происходит вообще? Пора телефон, что ли, менять? Это игра на телефоне у нас. Так, аккуратненько. Спидометр. Спидометр, да. Да. Тормози, 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 нет! Что написали? Я знал, что купил билет на внедорожное ралли. Это говорит пассажир. Выезжаем, ребята. Небольшая авария, я думаю, тут разберутся без нас. Чё ты сигналишь, таксист? Что ты нам сигналишь? Мы же в аварию попали, да? Да, мы же в аварию попали. Как думаешь, таксист наглый? Думаю, что да. Так, смотри, по навигатору нам надо вправо. Смотри, не пропусти поворот. Включаем поворотник, ребята. Turn right. Turn right, все правильно, давай направо. Повернись направо, turn right. Учим английский, поехали. Turn right. Так. У меня в школе есть английский. Конечно. А у вас какой язык в школе? Какой вы изучаете? Немецкий, английский, итальянский, испанский, французский? Французский. А китайский? Может быть, китайский, да. Так, выезжаем на трассу. Да. На другую повернули. Кстати, смотри, здесь есть микрофон еще кнопочка. Ну, как, может, ее попробовать использовать? Что, сюда, может быть? Давай сюда, поворачивай. Люди отдохнут, в туалет сходят, да? Да. На заправку. Или это зона отдыха, не знаю, что это такое.
Так, я поехали. Тоже. Поехали. Поехали. Так, вот смотри, стрелка желтая. Сюда надо проканулся. Так, это магазины, туалеты, значит, поехали сюда. Поворачиваем на парковку. На парковку. Вот сюда аккуратно встаем. Паркуйтесь здесь идеально, говорит, пишет. Вы должны открыть входную дверь, пожалуйста. Выходи, люди! Выходите, люди! Все на выход! Кому покушать, кому в туалет, выходим. Кому нужно. Кому нужно, тот выходит. Давайте по-быстрому, ребята, давайте. О, сколько же вас там? А? Что-то их там много, мне кажется. Мне тоже. Все решили выйти. Ну, вы даете. Так, ждем. Возвращаются. О, возвращаются быстро, как уже надоело им ходить, смотри. Так, задний ход. Закрываем двери все обязательно. С открытыми дверьми. Если мы поедем, вывалится весь багаж. И люди могут вывалиться. Так что давай. Зажигаем свет. Заводим. Поехали. Задний ход. Видишь, рукоятка на заднем ходу. Сдаем назад. Переключаем в драйв. Режим в драйв. Погнали. Погнали. Все, на трассу выезжаем. Нам, кстати, немного вроде осталось до Тольятти по карте. Ох ты, поворотник, правильно все, молодец. Да, все правильно. Так, выезжаем на трассу. Ну что, все на месте, вроде никого не... О, полиция, смотри, за кем-то гонится. Полиция за кем-то гонится. А нам сейчас, кстати, направо. Видишь, написано Тольятти по-английски. Да. Направо уходим. Поворотник включили, все правильно. А прямо мы бы и не могли поехать, там стоп написано. Так, ну что, уходим на другую, на уже дорогу, на малую дорогу, да? На малую, да. С трассы с основной мы уехали, теперь на такую, на двухстороннюю выезжаем. Без разделительной полосы, просто двухсторонняя. Так, ребята, скорая нам навстречу. Мой кофе пролился, говорит. Маленькая авария, а с кем мы столкнулись? Ты в зеркало смотрел? Я смотрел. Смотрел, и что там, машина стукнулась в нас? Так, здесь аккуратно через мост проезжаем. Да. Ты сосредоточен, я знаю. Я за рулем. Ни слова не проронил. Это я тут сижу, болтаю с ребятами. Я за рулем, ребята, так что... Извините, сори. Так, а мы приехали по карте, ребята. Сори, вот, ребята. Вот она парковка, направо. Да. Сори, ребята, отвлекаюсь. Поворотник включил? Да. Поворачивай направо. Вот. И вот стрелка желтая туда нам. Я повернул так. Повернул, молодец, давай сюда. Во, смотри, какой красивый автобус. Вот такой нам надо купить после того, как мы заработаем. Да. Налево. По-моему, мы не сюда поехали, потому что стрелки, туда, стрелки нам навстречу, мы не сюда повернули. Ну туда, ладно. Туда. Вот так, давай. Вот, игруши, наша компания. Игруши за рулем. Игруши доставила людей куда надо. Вот теперь задним ходом попробуем красиво паркануться, да? Сдавай назад. Все, задний ход, поехали. Отлично. Отлично, мы паркуемся. Паркуйся аккуратно, смотри, задний ход. Смотри, паркуйся, паркуйся, здесь идеально. Стоп. Да, есть. Игруши доставила всех целости и сохранности. Да. Пользуйтесь нашей автобусной компанией. Всего хорошего. Да. До свидания. Открывай багаж. Да. Все, посмотрим. Это автобус игруши. Отлично. Давай смотрим, сколько денег. 480 из них расходов. $419 мы заработали. Пишет, что нет, очень хорошо. $419. Похвально нам сказали. Ну что, ребята, если вам нужно продолжение и понравилось... Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Горюшины Груши. Не забудьте заходить на мой инстаграм. Ну а мы поедем проверять наш автобус. Да.